Здравствуйте, дорогие друзья! Снова в Фикспрайсе. Я еще болею. Извиняюсь за свой голос. У нас новые классные блокноты с пайетками. Кто еще не перегорел? Лично я вот этот сейчас куплю для коллекции. Мне он понравился. 80 листов, 199 рублей. Внутри синяя клеточка. И блокнот прошит. Вот такие варианты. С обратной стороны они плюшевые, очень приятные, мягенькие. К нам доехал лосьон болтушка противовоспалительный, салициловая с цинком, антибактериальный комплекс, подсушивает прыщи, устраняет угревую сыпь. Вот флорисан. Двадцать 5 миллилитров, 50 рублей. Новые кремы для лица от Витаника, 60 миллилитров, 55 рублей. Изготавливает Казань, но это не Парли, не то что Синдо. Один увлажняющий, а второй активный уход с UF-фильтрами, то есть крем дневной. Составы не самые хорошие, не самые лучшие компоненты — это минеральное масло и БНТ. Ну, это то, что знаю я. Я их рекомендовать вам не буду. Новый дезодорант от Lady Speedstick. Свежесть дыхания, свежесть облаков и биозащита. Объем баллончика 150 миллилитров, 99 рублей. В Фикспрайсе появились альгинатные маски, 99 рублей. Для лица, шеи, области, декольте, чайное дерево и цинк. Антибактериальное действие, подсушивает воспаление, успокаивает и матирует. Масочки против акне. Поближе покажу вам состав. И изготовлено это все в Корее. Вот это, в принципе, известная корейская фирма Шери. Эти масочки все рекомендуют. Еще одни новые масочки. Но ценника уже на них я не нашла. Это тканевая маска. Корейский женьшень. Также изготовитель — Республика Корея. Новые классные арт-блокнотики по 77 рублей. Они не прошиты. На мой взгляд, это очень даже хорошо. Можно использовать листочки в качестве открыточек. Есть природа, цветы, совушки, котики, бабочки в саду и секреты счастья и краски природы. Снова появились магнитные закладочки, 55 рублей, 4 штучки. У нас только не хватает с мороженками. Мне они не очень понравились, немножко неудобно. Надо раскрыть закладочку, чтобы заложить в книжечке страничку. Также страничку еще открыть. В общем, это целая история. Проще, конечно, обычные закладочки. Новые мешки для сменной обуви от российского производителя Ростов-на-Дону.
мешочки достаточно неплохие. Ценника не нашла, но мне кажется 99. Так, кто у нас тут нарисован? Какой-то жираф. Ну да. Для девочек. Извиняюсь, что все перевернуто. Так все лежит. Джинсовый стиль. И еще раз для девочек. Многие блогеры называют совушку пингвинчиком. Вот он, пингвинчик. Какой мягенький, какой хорошенький. Класс. Термометры появились для измерения температуры воздуха. У нас сейчас в фикс-прайсе 24 градуса. 50 рублей. На улице холодно, уже осень. Состав полистирол. Новые фонарики приехали, светодиодные, аккумуляторные. 199 рублей. Здесь вытаскивается вилочка. Вот этой кнопочки. Передний свет работает более 4 часов без подзарядки, а боковой более 2 часов. Срок службы аккумулятора 300 циклов заряд-разряд. А светодиодов 5000 часов. Светокитай, АБС, полипропилен, полистирол и свинцово-кислотная батарея. Желтые, зеленые и вот такие мятные. А нам снова привезли музыкальных котят и щеночков. 199 рублей. Котенок виляет хвостиком, светится. У него тут вот лапки. Он бегает. АБС, железо. Все это Китай. И батареечки нужны будут 3 штуки пальчиковые. Они в комплект не входят. Нам пружинок очень много привезли. Пружинки классные. Есть разных форм. Цветов, конечно, тоже море. И вот эти вот конструкторы «Животный мир». Вот такого динозаврика или дракончика. Не знаю, кто это. Я не видела. А есть еще милейшая собачка. Новиночка. Емкость для продуктов Outback Plast 1,9 литра. 55 рублей. Пластик пищевой, полипропилен. 3 варианта самих контейнеров. Есть просто белый. И у нас 2 варианта крышечек. Красные и зеленые. Выбирайте, какие вам нравятся. Декор только с одной стороны контейнера. Крышечка просто сверху одевается, но достаточно плотно. Даже снять не могу. Вот сняла. Просто вот так вот сверху. Оп, все. Подставочки для ножей за 99 рублей. Знаете, на видео они выглядят гораздо светлее. В жизни они более темные. Китчен, Китай. Все это пластик. Пластик пищевой, полипропилен. Есть отсек для ножниц. Вот эта вот вся история сверху снимается, но у меня не получилось снять. Можно все это там внутри промыть. Ух ты, не прошло и полугода, к нам доехали вот эти стаканы. Стакан с трубочкой 680 мл, полистирол. Ну, значит, горячее наливать нельзя.
И у нас стаканчики все уже вот покоцаны немножко. Я хотела такой взять, мне понравился, но что-то как-то меня теперь смущают эти царапины. Еще есть вот в таком вот фиолетовом цвете. Новые салатнички с крышкой. Салатник на 1 литр, крышка полипропилен. Максимальная температура для крышки 100 градусов, минимальная 0, то есть морозилку класть нельзя. 99 рублей. Салатник из опалового стекла. И у них очень удобная система хранения. Достаточно компактно все это будет выглядеть. И также к нам пешком добирались вот эти бутылки для воды на 650 миллилитров из матового пластика. Тоже уже вижу царапину. Тоже меня немножко это все смущает. 99 рублей. Китай. Акрилонитриль на стирол, полипропилен, нержавеющая сталь, силикон, нейлон. Ручка. Ручка маленькая. Даже моя рука, наверное, в нее не влезет. Да, я уже молчу о мужчинах. Вот так вот выглядит пробочка. Небольшой запах присутствует, но совсем небольшой. И у нас три расцветочки. Так, вот такая приятная новость. У нас появились пирожные Барни. 55 рублей, 150 грамм. И выигрывайте настольную игру с фигурками. Главный приз – поездка в океанариум Валенсии. Будьте внимательны при покупке. Срок годности скоро закончится. Я сначала думала взять на Новый год деткам, но до Нового года они не доживут. Оставлю отзыв вот на эти шоколадные пряники. Мне они не понравились. Шоколадом там, на мой взгляд, и не пахнет.